спускаемся в подвал. Все так же. О, нет, я туда не спущусь. Все. Там две лестницы затоплены. Из затопленного подвала валит густой пар. В подъезде стоит зловоние. В фекальных реках. Жильцы дома на Латвийской тонут уже несколько недель. По словам местных, в подъезде и квартирах нечем дышать. А дети жалуются на плохое самочувствие. У меня, допустим, сын старший, он первоклассник. И он у меня выбегает прям быстро-быстро. И вот буквально вот здесь, допустим, он звонит мне: «Мама, я не могу, меня сейчас вырвет». Жильцы дома рассказывают, канализацию прорвало еще в конце прошлого года. Максимальный уровень зловонной жидкости достигал 56 сантиметров. Вы представляете, вот мы приходим в ванну мыться, да, умываться. У нас из дырки вот этой, да, сливной, у нас пахнет канализацией. Люди подали заявку на осушение подвала в управляющую компанию. По словам коммунальщиков, причиной ЧП стал засор дворового колодца. В результате канализация затопила подвал. В затягивании сроков ликвидации последствий УК винит водоканал. Мы делали заявки в водоканал сначала в диспетчерскую. Они там всяко от нас подпинывались. Потом уже написали им официальное письмо. Вот в выходные они приехали, почистили люки в районе вот Латвийской 10. Вода стала уходить. В водоканале заявили, сегодня во внешних сетях засор отсутствует. Ну, в данном случае мы уже с вами посмотрели, что сеть работает в штатном режиме. Если сейчас идет подтопление подвала, это опять же связано с работой внутренней системы водоотведения. Это раз. И второе, ну, все-таки откачка подвальных помещений – это обязанность управляющей компании. Сейчас зловонная река постепенно мелеет. По словам сотрудников УК, для ускорения процесса в подвале установили насос. После просушки в доме планируют провести дезинфекцию.